Скорпионы. Март 2021 года. Что ожидает наших скорпионов? Ну, как обычно, мне высшие силы показывают картинку. Море, лодка, и вы куда-то плывете. То есть яркое солнце, хорошая погода, штиль. О чем это говорит? Это говорит о том, что вас судьба пустила в свободное плавание. Что хотите, то и делаете. Нет обязательств, нет проблем. Делаю, что хочу. Наслаждайтесь жизнью. Перед вами в марте месяц могут открыться новые перспективы, планы, возможности в каких-то денежных делах, финансовых делах, в жизни. Удача вас ожидает в поездке, в путешествии, какие-то удачные переговоры деловые. И в вашу жизнь войдет что-то новое, изменения настолько будут значительными, что повлияет на вашу личность. Этот месяц будет предоставлен, у вас возникнет внутреннее желание к какому-то росту, духовному росту, вот какие-то стремления такие, что вы будете чувствовать, что на вас не таков. Вот это ощущение, что вы свободны в своем в принятии решений, в своих поступках, вы свободны. Это приведет к прибыли через торговлю. Возможно, вы удачно там что-то продадите, или свою недвижимость, или на работе. Ваши финансовые дела пойдут в гору через деловую встречу. Вот что-то все хорошее, вот какие-то встречи. Вы свободны, у вас все хорошо. То есть март месяц у вас очень удачный месяц для решения всех ваших проблем. Всем удачи, скорпионы, всем пока.